Бабушка всегда говорила на ты, even with the with his ordinary calls, everything на ты and back. They gave it. But of course, when they went to battle, it was more formal. But that's how they were. They said the other Cossacks were sort of from other groups, so fearful of. It was a sort of like a big thing to talk to general, but they had great informality in the Urayski Kazaki. They were more communal in their attitude. Mm-hmm. But anyway, I'd forgotten to mention that in that article. That's about the only thing. Yeah. Скажите что-нибудь на русском языке. Что-нибудь расскажите о себе на русском языке. Исторические съемки, Майкл. Старая казачья поговорка: «Живи, пока Москва не знает». Это поговорка, как вы ее расшифровываете? Что? Как вы понимаете эту поговорку? Но я не только могу сказать по-английски. Live while Moscow doesn't find out about it. Mm-hmm. And basically, it's to live an independent life, not to have interference in your mm-hmm. life. Большое-большое вам спасибо. Это был Михаил Толстов, 18 января 2012 года. Спасибо вам большое. Пожалуйста, представьтесь. Фамилию, имя, отчество. Я знаю, что вы атаман, но, в общем, вы сами представьтесь. Был атаман, все просто. Из оренбургских казаков. Фамилию, имя, отчество. Речкалов Дмитрий Михайлович. И теперь расскажите, где вы родились? Родился я в Харбине, в Китае. Приехали сюда в 59 году. В каком году вы родились? И расскажите маму, папу, как звали? Родился в 38 году. Михаил Кузьмич, царский офицер. Мама Наталья Андреевна Семенова. Речкалов потом. Она тоже в Китае родилась. Генералу Семенову она имела какое-то родство? Нет. Они из Нижнего Новгорода. Папа и мама из Нижнего Новгорода? Нет, папа из Оренбурга. Ага. А мама из Нижнего Новгорода. Ее отец приехал в Китай на строительство железной дороги в 1898 году. Так что мама родилась уже в Харбине в 4 году. Ну, а папа после войны, революции в 21 году эмигрировал в Китай. Он царский офицер, а откуда он, ну, в каком войске он был? В Оренбургском. В Оренбургском, да? Да, участник Первой мировой войны. Угу. Был на австрийском фронте. Потом, простым, имел три георгия, солдатских, слушай, не был офицером. Офицером-то стал уже в дни революции.